Добрый вечер. Говорите сразу, как слышно. Меня, игру, надо ли потише сделать что-нибудь. Чат у нас, как всегда, не исчезает. Понятно. Я так понимаю, Twitch они тоже не починили. Нет, Twitch не показывает. Горячий привет владельцам данной платформы, которые что-то там делали, так и не сделали. Так. Напоминаю тем, кто нас смотрит на Твиче, ваш чат, к сожалению, не показывается в общем хабе, так сказать. Показывается только сообщение с контакта. По какой-то причине неведомой. Владельцы сервиса эту фичу так и не починили. Но я при этом их вижу, да. Стримы мы сегодня типа экшен слэшер Wanted Dead от какой-то там полурусской компании, которая вышла, ее уже успели захейтить за то, что они там спустя несколько часов после выхода игры резко подняли цены в некоторых странах там в 5 раз почти. Вот, и ее ругают за оптимизацию. Там разработчики обещали выпустить патч первого дня, но до сих пор не выпустили. За плохую производительность. Ролики, как выяснилось, делал сам маэстро Логвинов, рекламные к данной игре. О чем он там похвастался в Твиттере. Вот, ну, русского языка пока нет. Тот, кто нас смотрит постоянно, знает, что английский я знаю на среднем уровне, так что будем тупить. Кто знает, может подсказывать. Хотя кому я это говорю? Русский язык, сказали, подвезут позже. Только ролики делал, трейлеры. I don't have time for this. Neither do I. Oh, hi there, Warden. This is your ticket out of here. I know that your schedule is... Да, говорят, у некоторых даже обучение не проходится. А те, кто проходится, говорят, что норм игра. В общем, хейт в основном за техническую часть. И за цену. Who's on the team? I beg your pardon. Life sentence. No parole. I'm talking about me here. I'm not psychic, but I think you probably want me to pull some trigger in the name of democracy or something. Whatever government... Я не знаю, Серж, может, ты снова этих чуваков пнешь из рестрима? Чё за херня? Почему хотя бы Twitch бы починили? Раз не хотят делать чат исчезающий. Да, но при этом русский язык обещали завести. Ладно, далее. Ух, какие у нее ножки. Bacon, make it four slices.
No, five. Definitely five. A few pancakes on the side, some syrup, banana milkshake, coffee with cream. Please don't. Так в какой же такой забегаловке ходят такие официантки, мне интересно. Orange juice and a pack of smokes. Tomato soup and coffee. Make it Irish. Uh-huh. I'll have the special. Он глухой? Алло. Там адреса не показали. Даже в японский. Ну хотя, да. Есть там такие заведения. Здорово, Армен. I'll have some more. Да, как выпрыгивают, короче. Ай. Меня же завибрировало, когда он ударил. А глухой персонаж прикольно, кстати. Yesterday the shares were still trading below their IPO price of $72 at $28.97 per share. Without a clear counterpart on the public market, Dower remains difficult to evaluate. In order to justify its current market valuation, investors need to take a big leap of faith that the millennials and later generations will forego ownership of a synthetic and opt instead for reliance on orthodox substitutes. Synthetic will continue to be used as a convenient supplement. Я так понял, какая-то стилизация тоже под боевики 90-х, B-movie. B-игра про B-movie. Типа киборга второго. И куда там тоже был киберпанковский боевик, дешевый, начало Генезис, что ли, как он там назывался? В 90-х выходил. Frankie, this shit is incredible. Not today. Классный телефон. А колесико типа громкость увеличит. Да, привет. Shouldn't there be a unit nearby? Get your ass out of there. Most of the force is on the move. Herzog, you do understand that Cortez finds your jokes funny only because he's trying to be nice. Send me the details, the sooner the better. Start tutorial, давай. Сейчас он на английском. Непонятно ничего. Господи, опять спринт, а не на левый стик. Ненавижу. Так, слайд, спринт плюс А. Ну. Я же нажимаю. Алло, ёпта, засчитывай. Знаю, Армен, но он выйдет на дебильной платформе, поэтому... К сожалению, не для всех. Очень странная комбо. Ага. Perfect Guard. Это типа у них... Этот... Контрудар. Давай. Не в этот раз. К
В смысле, я перед ударом нажимаю? Чё за фигня? Давай. Атакуй. О, вот то, что здесь стимовски, тогда ладно. Тогда еще можно посмотреть. Сука. Ну давай. Вот. А им? А что, нельзя было про им сразу сказать? Ну, честно говоря, стрелять тут приятнее, чем бить. Finishing strike. А. Нет, ну на самом деле я не знаю. Я читал, что здесь и боевку очень многие ругают за примитивную и этот неинтуитивную. И добивание то, что какие-то там кривые. Ну, я бы не сказал, что все ужасно, но если честно, вот некоторые приемы, как сказать, неинтуитивно понятные. Нет, будет глобальный ключ, глобальный издатель Focus Interactive. Он как бы, я так понимаю, Сержа есть у него связи. А для СНГ будет распространяться через ВК Play, но тебе никто не мешает купить глобальный ключ у барыг. Офицер полиции. Я всегда так над этим угорал, короче. Это, конечно, стильно, но полицейский с катаной, это в футуристическом каком-то бунировании, в киберпанк мире, это смотрится как пародия какая-то. Без ВК Play я не буду. Dower's CEO is arriving in 10 to 20 minutes. Their security detail is picking up the hardware right as we speak. CEO? Shit. Captain ordered to hunker down and wait for the suits. Gear up. You heard Captain, right? We go in. Bring in the wreck. Тут же киберпанк, что они ему не сделают ушные импланты, чтобы он слышал? Уже как бы даже сейчас есть имплантаты, которые позволяют слышать. Ля, короче. Чё вы мне хотите? Сальд рифли. Тут можно кастомизировать пушки. Прикольно, что другой прицел уменьшает, увеличивает урон. Но останавливающее действие, что это значит? Типа, меньше отбрасывает врагов. Так, короче, пофиг. Нормально. Доброго, доброго, спирит. Okay, lock and load.
Скрытая стрельба прикольная. По крайней мере, какой-то минимальный импакт есть у оружия. Такая-то пластиковая фиговина. Вот драться мне не очень понравилось. На чувака. Две с половиной вышло. Локализацию, у нас новость была, локализацию завезут где-то после релиза, я так понимаю. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы они это завезли с патчем первого дня, раз они зафакапили и не выпустили его в день релиза. Он, блин, так поэтому называется патч первого дня, что выходит вместе с игрой. Но обещали выпустить позднее, чтобы сделать все типа по красоте, иначе поезд сделает бум, чтобы это не значило. О, карты. Это все старое, реально похоже на какие-то старомодные шутаны. Типа, ну, я не знаю, у меня мало опыта было. Типа, вот, интерфейс напоминает немножко этот Metal Gear самый первый. На плойке что-то похожее было. Metal Gear, этот, Siphon Filter, что-то вот такое. Ну, больше, наверное, Metal Gear. Ну, не знаю, может быть, кто-то еще что-то другое подскажет. В плане интерфейса, но вот что-то, да, прямо 90-е. Это на самом деле прикольно. Скилл 3. О, гранаты. А, у меня... Мне надо 100, да? Ага. То есть, добровольно принудить на порядке, мне надо открыть bullet time, окей. Так орёшь. Кирилл уже поиграл. О, интерактивность, вау. Прилипай. Куда ж ты в стол-то стреляешь прям? Ну, прилипай, блин. Я знаю, это у нас за новой платформы. Почему-то свеча не показывают. Я их вижу. Ну да, в общем, чат их не показывает. Обещали починить, но что-то они не торопятся. Какая же тут камера ушлепочная. Что? А.
Это, типа, что такое было? Что-то я пропустил удар, да. Разрабы не сказали. Разрабы сказали только после релиза. То, что она автоматически прилипает к поверхностям, это неудобно. Надо было им на клавишу сделать. То она то прилипает, то нет. Так, а как будет таймом пользоваться? Так, как... Почему у меня же было 94? Стик еще дергано так. Что-то враги какие-то. По два магазина на них ходят. Из винтовки. Что-то, Кирилл, я так понимаю, поигравший. Как, что ты скажешь про игру? Отзывы. Могут их оттолкнуть, да, вон как пишут уже на Твиче. Понятное дело, что понятие растяжимое. Но вот они, к сожалению, не сказали ничего. Может быть неделя, может быть месяц. На самом деле, они бы для начала, правда, вернули бы игру, ну, хотя бы в российский Steam. Конечно, ну, внушают уважение, что разработчики понимают, что он на великом могучем, говорят, не только в России. Но как бы основная аудитория русскоговорящая именно в России проживает. Ну, мне тоже нравится, но у меня... А, вот же скилл 3. Ага. Когда шкала будет заполнена... Просто я играл мало в такие проекты, поэтому мне сложно переучиться. Вот и слоумо. We got this shit, Stone. Почему ворота нету? Кувырка в сторону. Я, когда нажимаю сторону ИА, я все время жду, что она откувыркнется обратно, как это везде, в принципе, бывает. Поверхности не прошиваются, да? Я.
как орёте-то? Так, а я забыл перезарядка, как? Наруто не прикольно, да. Не, Battleframe я не играл, но он услышал. Куда пошел? Оу. Воу-воу-воу. Кто-то руку потерял. Какую бы расчлененку, дабы в этот Star Wars Jedi Survival. Собирать. Там можно будет расчленять только дроидов, и то не всех. И русского языка там вообще не будет. Мужики, а чё вы все кровавые? Чё вы тут делали? Battleframe же какой-то новый выходит, по-моему, кстати, в феврале. Или, не, в марте, по-моему. Да, короче. Эх, а там ребра не прорисовали. Эх, и легкие, и сердца нету. Теперь понятно, почему 0 из 10. Да там и до Диснея, в принципе, было жесткое ограничение. То есть даже в Jedi Outcast 2002 года можно было отрубить максимум кисть. И то не, там раз, по-моему, в 20 ударов. У меня, кстати, я вообще не помню, когда я играл. Несколько раз проходил, не помню, чтобы вообще кому-то когда-то кисть отрубал. Там был, конечно, чит-код, который позволял расчленять все. Но его надо было знать. Плюс ко всему в Jedi Outcast был, сука, меч световой, который оставлял следы на всех поверхностях, с которыми соприкоснется. А здесь какая-то световая дубинка даже в первой части была. Уж это-то, по крайней мере, могли бы оставить. Ладно, хрен с ним, что он не разрезает. Вы покажите, что это меч. Там даже капли, когда попадали на меч, он шипел. То есть было видно, что это меч, а не какая-то там палка светящаяся, дубинка. Vivian? Уже выглядело бы солиднее. Оу. Вау. Мне патроны пополнили. Stone, this way. Блин, капец. Так. Блин, еще бы столы прошивались, вообще было бы классно.
деревянные столики. Воу-воу, нихера себе граната. Кто же меня, кто по нему так херачит? Оу. А, блин, я думал, это свой. Да ебона мать! Ты свой, нет? Свой. Я вас еще пока не сильно различаю, может, извините. А, блин, пропустил вопрос. Как тебе там? Денино. Игра не вылетала, да. Я... Вообще говорят, что даже на обучение вылетает. У меня нет. А, тут можно подходить к ним, типа, что-то просить. Типа, подлечи меня. Тут только что же было, док. О, можно... А, можно оружие подбирать. Ну, ну чё. This way. Блин, я тут что-то прочитал Fatal Frame, я думал, какой Fatal Frame, в чем тут Fatal Frame? Там с Fatal Error'ом вылетал, а вон оно что. Невнимательно. Тяжело разрываться между монитором и планшетом, чтобы читать и там. Так, как вам получается? Понятно, нельзя все-таки обращаться. Они с ним вообще стреляли из-за пистолета-пулемета. Я же могу гранаты разблокировать. Пока никто не предложил, игра-то давно вышла. Что там, русского языка нету, что ли? А, вот кувырок. Какой-то он странный. Типа с разбегу можно дать пинка, ну пусть будет. Ну, можно создать тему на форуме, если тебе надо. Но что-то я сомневаюсь, что кто-то возьмется. Обычно все популярные игры уже там чуть ли не за месяц начинают просить, чтобы сделали перевод.
Тут что-то никто не взялся, видимо, мало кому интересна была игра. В принципе, Two Point Hospital, к моему удивлению, это был не очень популярен. Я думал, что там все время все заигрывались Zem Hospital 90-е. Блин, вот она просто тупо берет и выходит. Хотя я хотел просто к краю подойти. Машинный перевод, это так себе. Чувак, ты задрал. На тебе, короче, гранату. Если ты там еще, конечно. Там. Блин, какой тут дерганный стик правый, капец. Может быть потом, когда все закончится, когда-нибудь. Может быть, обратно добавят. То зайди в обсуждение в Стиме. Там тоже тема поднимается русским языком. Ах ты тварь. Чувак, ты повторяешься. Не очень, по воспоминаниям. То есть, ну, я тоже очень любил Zem Hospital. Но Two Point Hospital, что-то не знаю. Видимо, я уже вырос из всей этой клоунады. Как-то эти все пародии меня раздражают больше, чем радуют. Ясно. Чуваки, идите пока там разберитесь. А, вон она. Я бы на самом деле, там есть какой-то, выходил почти одновременно с ним серьезный этот симулятор больницы. Вот я бы в такое поиграл бы. Но сейчас времени на самом деле нет для этого. Блин, прикольно, что тут такой звук. Оглушение. Причем никогда рядом с тобой рядом взрывается, а где-то там в нескольких метрах. Оно, в принципе, должно быть. Да Нина, что-то ты смолчал, но ты что-то обиделся, что я неправильно твой коммент прочитал. Наверное, ушел. Что так одинаково орете? Дробовичок лежит. То есть, сколько она оружие может с собой носить одновременно? Так, я забыл. Перезарядка. Перезарядка. А, тут еще можно переключать режим стрельбы, вау. Б. Понял. Стоп. Че, на пистолет-пулемет выкинул, что ли? Или она переключается только между теми, где есть патроны? Посередине вон. Пустая ячейка. Гренейд! Ну садись. Ганчик. Лол. И тебя не убило?
Не, лучше бы уж был крик Вильгельма, реально. А, нет, она два вида оружия может носить. Понятно. Патронов все равно нет. Только она выбрасывает окончательно, видимо, старое оружие, по крайней мере, которое без патронов. Квак. Достал. Блин, промахнулся. Ладно, придется вас идти резать. Still with us, boss? Я не понял, но очень интересно. Где у тебя скотч? В магазине, если у тебя они не двойные. What? That guy's head fucking exploded. Bullshit. Давайте, тут что-то должно быть. Now, who's the marksman? Че, вы на грамм-то никак не реагируете, что ли? Лол. Прикольно. То есть они от пуль умирают дольше, чем от одной гранаты. Прикольно. Nothing less from this team. Забавно, конечно, что тут можно прям прокачиваться во время боя. Кортес хватает противника, чтобы типа я мог нанести фаталити. А, это типа еще один удар сразу после парирования. Давай попробуем. Хотя у меня парирования плохо всегда получались. На жопе кровища так. Сразу нехорошие ассоциации закрадываются. Интернет меня испортил. Хотя кого я обманываю, до этого был я испорченный. What the hell is in that crate? О, а чё так сразу-то? Парни, чё паримся? Берёте вот так вот гранату. Жаль, они только враги не убегают от гранат.
Может быть, конечно, дальше они будут поумнее противники, но тут что-то прям как-то совсем уж они игнорируют такие вещи. А я! Опа! Да я уже понял. А чё врагов не убили-то, алё? Вот, чувак, ты что-то потерял. Тебя ничего больше не смущает? Он даже контратаки научился делать. Чувак, ты тоже руку оторвали? Ну, давай закончим твои мучения. Опа. А, так это вот у них. Я думал, это тупо замедление. Это типа какой-то ярость просыпается. Когда шкала заполняется. Окей. Эй-эй-эй, чувак, извини, я тебя не заметил. Ты что стоишь, смотришь? Они стоят по одному. Вот это, кстати, игру ругали еще на старте, что они типа стоят и ничего не делают, ждут, пока я разберусь с одним. Могли бы это как-то замаскировать. Ты понимаешь, что, конечно, это стилизация и все такое, но это смотрится деревянно. О, нифига.
Она может двоих сразу, типа, завалить. Если они оба находятся рядом в предсмертной этой агонии. Прикольно, если это так. Так, ты какой-то особенный, да? Нет? Типа глухой решил постучать. А, она типа отвлекается в сторону. Это смешно, да. Какое же у них это убогое оружие? Это ёба стиль. Безвкусное. Странно, сейчас вот главное, не пополнили мне снаряжение. Чего это зависит? Ачивочки, ачивочки. Ну, хоть какой-то крик другой. Это барашка, не оружие. 20 пуль в магазине и стреляет как всем пулемет какой-то. О, можно реально переключаться этот одиночный от выстрела. Только зачем это здесь? Так, вот шотганчик. Шотганчики я люблю. Как, парни. Шотган какой-то парашный вообще. В таком расстоянии. Бляха, еще одну птичку использовал. В таком расстоянии. Что он им не делает? Все-таки дрон приносит снаряжение, ну я так и подумал, ладно. Кровь на жопе исчезла, теперь на щеке осталось. И на груди, понятно. Если тут хоть что-то похоже на бронежилет, который реально закрывает большую часть торса. Хотя непонятно, зачем грудь, ну, и не сделали бронелифчик, но при этом оставили вырез на груди. Типа, чтобы врагам было проще попасть, ну, не в сердце, в шею. Там пулемет, судя по звуку. Всплески в воде есть? Не, всплесков нету. Понятно. Лол, это что такое было? Как они ужасно сражаются без руки.
Лол. Вот такой громадный уровень. Да, пошли-то. Реально чем-то напоминает сейчас эти добивания Джона Уика. Ай, пропустил. Пропустил удар. Мон, я же нажал. Думал. То есть мне когда отнимают здоровье, там есть типа внутренняя шкала. Она типа как показывает, сколько здоровья уменьшится. Но если я за это время нанесу удар или кого-то убью, то можно часть потерянного здоровья восстановить, вот, но не больше, чем на эту шкалу. Любопытная система. Непонятно, это распространяется на стрелковое оружие или только на меч. Даже горки можно бить, да, Postal 4? Это еще была игра, которую мы стримили, там ни хера ничего нельзя сделать, чтобы прибито к полу. И к столу. Все время хочется прыгнуть. Это же типа слэшер. Бля, пропустил удар. Ох, лол, ничего себе меня наказали. Блин, у меня же был дробовик, надо было валить их из шотгана, да и все. Давай,
Данина обиделся. И ливнул. Ну что ж такие все обидчивые стали. Так, а тут не перепрыгнуть. Реттич, ты тут, нет? Слабенький дробовичок. Че, или час повис просто-напросто. Воу! Вроде как-то странно, когда надо нажимать уклонение. Я вроде нажимаю, когда красный меч горит. Как? Я же нажал несколько раз. В какой момент нужно нажимать блок, чтобы она заблокировала? Это я играю на нормале, как бы меня на харде порвали бы тогда с такими навыками. Воу. Так, а я же какой-то, типа... А, ну вот он прыжок, только я был слишком далеко. Гранаты нельзя обратно отшвыривать. Вот она полностью восполнилась на эту, на внутреннюю шкалу. То, что мне нанесли урон. Так орёте-то.
Блин, да как так-то? Блин, тут что-то можно было поднять. Ах, пропустил. Нате вам гранату. Блин, эта камера неудобная все-таки. Но зафиксируйся на одном враге, господи. Воу! Эти четыре меня забили, господи. Так, либо я что-то не понимаю, в такой игре должно быть, по идее, фиксация на враге. Спрингвард. А им это в смысле прицелиться. Камера интеракт. Нет, странно. Автофиксации на враге, я так понимаю, нету. Блин, я думал, он гранату откинул. Хотел похвалить. А, блин, я думал, ты еще продолжаешь его убивать. Ай, пошли, блядь, граната. Этот братишка. Лол, я ему ногу отстрелил. А, он хочет гранаты взорвать себя. Прикольно. Не, ну дробовик это дно какое-то, не знаю. Давай, он еще и перезаряжается полдня. Надо его менять, короче. Да пошел, урод. Ай! Там же граната! Какие-то мне ачивки дают постоянно. Что за ачивки? Она что-то демонстративно перезаряжает, господи. Даже не смотрит, куда патроны вставляет. А, вот что-то поднять можно было. Я поднял непонятно. Что-то синенькое. Чтящее.
Тем укрытием точно надо переделывать. Вообще не интуитивное. Так, чувак. Так, по-моему, куда они выходили, я же уже там был, вроде бы. О, опять меня убил? Пошел нахер. Молодец, дудок. Воу, киборг. Или что, или у тебя просто броня такая? Лол. Лол, просто лол. Че, сначала хотите сказать? Слава. Да, сначала. Сука. Сам виноват, ладно. Блин, странный геймпад. Я же ему попадаю в жбан, чё вы морите? Опять я не вовремя нажал, что ли? Чувак, ну не мучай ты его. Сколько кепчука.
Все-таки странно, что здесь кувырок, это банальная вещь, и самое необходимое в такой игре, надо покупать. Тем более он к тому же не сразу крутится в сторону. Сначала она делает как бы подкатов, только потом кувырок. Еще самый смелый. Рука кровавая. Чё-чё? А, схиена. Блин, да волосы-то нахер мне показывать. Оп, жизни нету. Классно. Заявка на победу. Сейчас, пардон. Камера просто меня убивает, здесь камера на самом деле. Ну и помимо от лишней рукости. Дайте аптечки. Доктор, лечи меня. Лол. Кто меня ударил, я не понял. Опять волосы мне этот камеру закрывают. Ага, он какие-то эти сюрикены пускает. Блин, да стой ты! Что? То есть он меня зажал и добил двумя ударами? What? What the fuck? Идите нахер, короче, с такими приколами. Совы свою тыковку. Вот так спиной стреляешь, молодец. Доктор опять с кем-то схлестнулся. Дядь, подождите. То есть блок,
когда он, если зажать блок, когда он наносит удар, он его не останавливает почему-то. Что за херня? Или я что-то не понимаю? Хорошо было. Так, а, то есть то, что вашбан видно, это пофигу. Он типа как затенка находится. Я понял. Да, давай медленно перезарядим дробовичок в самый разгар бойни. Снова пинка убер, лол. У меня патронов у меня почти нет. Вот, когда не надо, они камеру, главное, ведут за противником. Is there some other route we can take? Перезаряжаю винтовку, дура. От одного удара меня выносит 40% жизни. Некачан мод, дед, спасибо. Это было унизительно, да. Справедливо, но унизительно. Сука, не качат вот. Сейчас погорите минуту.
Thanks, Dom. Ладно, давайте последний раз попробуем. И закончим на это. Да, в принципе, ну, конечно, прикольно. Тут есть проблемы некоторые с импактом. С оружием именно ближнего боя. И с камерой. Тем, что она прилипает к стенам по своему желанию, или наоборот не прилипает, когда надо. Так, в принципе, ну, вполне добротный такой олдскульный экшен слэшер, да. Было бы у меня больше времени, я бы, наверное, даже целиком бы его прошел. Я не знаю, может быть, что-то надо прокачать. Типа огненная граната. Огненная граната, прикольно. Давай посмотрим. Ага, это можно менять во время того, как ты прицелился. Ну вот, то есть как тут не очень оно удобное. Да пошел, урод. Вот сейчас он на меня напал, не стал стоять в стороне. Как это работает вообще? На них свои не действуют. Красота. Мне нравятся такие условности. Кавычки. Что ты тут стреляешь? Какой же тут штучный дробовик, я просто хереею. Ну стреляй, хорош тут перезаряжать его уже. Главное в таких играх, как только перезаряжаешь и нажимаешь на стрельбу, персонаж должен все кинуться и стрелять сразу. Если пуля есть хотя бы одна в стволе. Тут он не будет продолжать перезаряжать все до посинения.
О, она еще и взрывается. Сразу же. Какая красота. Is there some other route we can take? Нахер ты мне на него камеру показываешь? Гори, ублюдок. Приседать не умею. Надо, короче, просто не кипишевать и не лезть на рожон. Вот так вот. Не как в обычном слэшере. О! Чё, у меня здоровье восстановилось? Это дрон был? Или я тупо точку перешел? А, вот он, дрон. Спасибо. А чё? А-а-а, он еще можно кастомизировать оружие. Вон он, чё. Сколько при зарядке. Спасибо. Дэмэдж минус 20, спасибо. Глушитель. О! Дерзкий такой цвет. Armor Piercing. Ну давай. Дэмэдж 15%. Давай. Так, а как? Ну, хоть сохранились мы эти изменения-то, нет? Сохранились. Так, а почему я не могу дробовичок кастомизировать? Странно. Ну ладно. Обожаю поджаривать своих врагов. Я тоже буду кидать гранаты, чувак. Прям в огонь залез, молодец. Чё, Uncle Owen? Дали ачивку. Пространство, по идее, должны господствовать дробовики. Какого хера он такой медленный, неудобный и не имбовый еще?
Хотя... Просто сколько я в него всадил? 6 пуль. О, смотри-ка, вот тут граната его, главное, откинула. Но, видимо, не нанесла повреждений. На самом деле, это плохо, что их собственные гранаты не калечат. Смотри-ка, она все равно пока не перезарядит полностью дробовик. Она не будет стрелять. Упрямая баба. Женское упрямство — это плохая вещь, зато люди погибать могут. Ай-яй-яй. Нихера себе, он начнёт здоровье. Что-то я расслабился. Сейчас, подожди, пацан, я спасу. Ага, я понял. Во время красного надо нажимать на Y. Я понял. Я все понял, как говорится. Надо не блок нажимать, а выстрел пистолета, чтобы она прервала его атаку. Блин, хотел ведь гранаты пафосно. Не стреляет. Это точно надо фиксить. Даже если у него будет 6 пуль из 7 в дробовике, ты сможешь стрелять, она все равно будет медленно перезаряжаться. Но это, ну нет. В стремительной игре это не годится. Да уже давно стандарт, что должен выстрелить, а не полностью зарядить. А тебе, ублюдок. О, он уже без двух ног остался. А нет, без одной. Ах ты ж сучка. Ход этот сломать нельзя, да? Плохо. Очень нам плохо. Сычки.
Чё, мужик? Застрял? Ну, хотя бы она может отпрыгивать во время перезарядки. Уже как прогресс. А, да, точно. Ты говорю, надо выстрел нажимать. Прервать его атаку. Дрон, ты где? А, вот. Спасибо. О, бензопила. Ну, давай посмотрим, что эта бензопила делает. А чё, как им бить-то вообще? А. Лол. Чё цензуру-то, господи, остальное типа не цензуру? Все, кончились. Счастье. Как-то скучновато, честно. Без ДПВ можно было что-нибудь придумать половче. Чё так пиликает? Да блин, убей, ну... Господи, что ж ты стоишь, смотришь? Нет, он не убегает от граната. Должны укатываться. Да блин, уйдите. Это что такое? Поднимаю аптечку, что ли, или что это? Как бы там... А, понятно. Блин, опять не то нажал. Да, на аптечке так поднимает. Синие-то аптечки, я понял. Я все понял. Опять? Ой, блин, ну только не ты. Да пошел нахер. А, нет, его удары тяжело ловить. Ладно, давайте на этом закончим. Не знаю, вполне добротно. То есть есть какие-то шероховатости. Даже с моими кривыми руками, в принципе, мне зашло. Тут в чате товарищ Кирилл писал, что такой олдскульный проект. Кто в свое время застал или кто хочет приобщиться, помните, можно брать смело. Но другое дело, что они некрасиво действительно поступили, увеличив там стоимость.
несколько раз после релиза. По-моему, игра там не стоит тех денег, за которые разработчики за нее просят. Все, ребятки, всем спокойной ночи.